Хочешь попасть в топ комментариев в новом видео? Поставь лайкосик видосу и напиши интересный комментарий. Друзья мои, и пусть начнется праздник. Всем привет, с вами Блейнар, и это реакции ютуберов. Не забывайте поддержать видео с лайками, комментариями, подписками, колокольчиком. Вступайте в наш телеграм, это крайне важно. Вы не будете пропускать интересные видосы и новости канала. Пишите, что хотите увидеть еще в комментариях. Приятного просмотра. И чек-печеньки, погнали смотреть. Дело сделано, говорит маленький братик. Такой, на. Людей зомбируют, да? А, вот так вот в виде туалетов и делают, да? И, говорит, мозги потекли. Сжечь здесь все. Это люди! Но они скибиди-доп-доп-ес-ес. Их, походу, делают... Именно здесь, походу, из людей делают скибидистов или шо, я не знаю, но, ребята, нам показывают людей настоящих. А, вот как их превращают в скибидистов. Им включают эту песню. Примерно так я тоже стал скибидистом. Прикинь, получить такого леща, это жесть, конечно, блин. Ну, понятно, у этого чувака не было унитаза, поэтому так сильно он отлетел от одного удара. Жесть какая, они взяли, спалили этих людей. Все-таки, возможно, теория права, то, что это восстание искусственного интеллекта. И вот эти ребята на самом деле злодеи, потому что шо? Правильно, они уничтожают людей, ё-моё. Хорошо справился, малыш. Все, хорошо справился, малыш. Второе, моргало выкулю. Ничего не видишь, ничего не слышишь, как говорится, да? Ой, башкой там бьется чел. Люди, люди, мы нашли людей, это прекрасно. А, вы поняли? То есть там играла пластинка, и она как бы в них их внутреннюю скибидистность сдерживала, да? Они стояли, они были людьми, пока играла пластинка, и бились башкой там об контейнер. А вот когда пластинку вырубили, они все оскибидели в конец. Совсем оскибидели. Оскибиди-доп-доп-ес-есились, пацаны. У них мозги сгнили. Сожгите все. Ну да, там уже, видимо, решили, что ничего не поможет, да? Здрасте. Молодец, братан. Что происходит? Он тоже не понял. Люди! Люди! Снова! Их пытались загипнотизировать, серьезно? Типа превратить скибидистов путем музыки. Ну, походу, были правы, да? Те, кто говорил, что музыка превращает их. Давно это была теория. Ой-ой-ой. А чё, ё-моё. Нормально, они уже, как бы, они еще люди, но они уже скибиди в голове. Их уже переклинило. Все, прощайте. Мозги у них гнилые. Сожги все. Жестко. Работа сделана, маленький бро.
Люди! Так вот, как превращают! Офигеть! Их мозги сгнили! Сожгите все дотла! Ё-моё! Молодец, братан! Ё-моё! Откуда этот чебупеля вообще вылез? В прошлых сериях я не припомню. What the fuck? Вот как создают скибиди туалеты? Они на репиде слушают этот трек? Мозги у них гнилые. Сожги все. Ё-моё, нет, я... Господи, кстати говоря, там справа уже можно кое-что разобрать, но... Твою мать, это так жестко выглядело. Это вообще жесть, вы посмотрите на них, они как зомби. Там причем сзади вот опять же различные отсылочки, я думаю, их уже всякие разборщики розы убрали. Вот там опять справа можно посмотреть, как все это дело делается. Охренеть. Я в шоке. Ну это очень жестокая серия, это только самое начало. Опа. Хорошая работа, маленький бро. Добил его. Ага. Но он использовал и добил его, естественно. Опять используют голову ученого. Это люди? Это люди на базе скибидистов? Магнитофон с музыкой скибидистов? Так, он ее уничтожил. Опачки. А у них что-то с лицами случилось, я так понимаю, их... На нафиг. Капец, он сильный. Говорит, их мозг сгнил. Сожгите всех. Ага. Ведь их уже не спасти. Мог бы написать ТГ, но просто захотелось задонить обратный слэш, подчеркивание, подчеркивание, слэш. Спасибо. Спасибо. Скоро прочитаю донаты. О, это люди зараженные. Молодец, бро. Жесть. Йоу, еще выжившие люди. А, подожди, они болеют. Так, это как тот мейн 11-й. О, нифига. Их мозги... Так, сожгите их мозги уже заражены. Сожгите их мозги уже заражены. Валит этого загипнотизированного. Чего? Он потерял гипноз, его кокнули? Так. Так, люди. Опа, гипноз туалетов выключают. А, нет, это уже люди, которые будут туалетами, они уже под чем-то. У них уже... А, это зомби. Так. Придется кокнуть. Зараженные от музыки люди. А-а-а. Так вот что будет, если долго слушать. Вы поняли, так. Убьет сейчас теперь его. Хороший мальчик. Ну-ка, дайте я включу это. Субтитры. Бам! Жалко его, конечно. Не, ну противник ясен хер, да, но просто сначала проботил, он ему помог, потом раз и кукнул. Дальше бы использовал что-то, как это, питомца. Люди? Ха. Какие-то странные люди. Это люди уже, которые почти трансформировались, наверное, в туалеты, да? Ого. Мозги у них гнилые. Да, они не гнилые, они просто тупые стали, да, их прям промыли. Сожги все. Окей. Ну, конечно, страшно.
Если тебе понравилось, тыкай сюда-сюда кучу крутых видосов. Рекомендую зайти в раздел видео, там вообще много-много всего интересного. Увидимся, услышимся в новых видосах. Пока-пока. Вступайте в Телеграм.